Доброго ранку, дорогі глядачі. Цей ранок, як завжди, особливий, тому що ми його зустрічаємо разом. А ще цей ранок особливий тим, що сьогодні святкують свої іменини всі, кого звати Андрій. Для мене це свято мене також стосується, тому що в мене батька звуть Андрій. Я всіх Андріїв вітаю, бажаю сил, здоров'я та натхнення. Ну що ж, розпочинаємо день гарною музикою, позитивним настроєм і посмішкою. Доброго ранку! Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо забути слово жах. Тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави, молока. Добрий ранок, Україно, все ще є в моєму житті. Прокидайся, Україно, час ставати. Втрачаємо зайве з кожним днем. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою. Добрий ранок, Україно, прокидайся. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно, прокидайся. Доброго ранку, час вставати, час знайти. От я знайшов, бачите, в мене такі гарні гості сьогодні. Це артисти Одеського театру юного глядача Ігор Волосовський та Олександр Чорба. Доброго ранку, хлопці. Доброго утро. Скажіть, будь ласка, як розпочався ваш ранок? З чаю. Так, чай. Чай і, да, кофе. Вот, ви очень... поміцніше любите, так? Да, да.
А скажіть, ну це, напевне, для вас звичайна справа прокидатися вранці так рано, тому що я, наскільки знаю, вистави для дітей бувають і о 9-й годині, і о 10-й, і об 11-й. Саша, от чесно, да, вам скажу? На самом деле, вот просыпаться так рано, вот лично я стал только тогда, вот когда попал в театр юного зрителя. Я зрозумів. А ви, Ігор? Да, но на самом деле репетиции бывают и в 10, и в 11, поэтому есть время даже выспаться, особенно после вечерних репетиций и спектаклей. А, я думав, что репетиции об 11 вечера там. Як вечірні вистави, там, знаєте? Да, такое тоже, да. Такое тоже бывает, конечно. Мы как новые артисты, которые, скажем так, часто нас вводят в спектакли. То есть в одни из-за этого бывает такое, что и в 11 можно порепетировать вечером. В 11 утра, в 11 вечера. Это нормальная практика, конечно. Да. Так, ви нещодавно прийшли в театр, але вже приймаєте участь в прем'єрі, так, по Мольєру. Да, да. Ну, розкажіть про виставу, як пройшла прем'єра, які відгуки глядачів. Ну, что я могу сказать, сдача, честно, по мне, немножко не очень хорошо прошла, я не буду говорить там какие-то определенные нюансы, но вот как по мне не очень. Премьера замечательно, супер, зал был очень приветливый, скажем так, все смеялись, это действительно артиста подстегивает, когда ты выходишь, делаешь какие-то вещи, и зал смеется, то есть я как, скажем так, новый человек в этом театре и вообще новый человек в театре, в профессиональном. Я пришел в театр с театральной студии Анатолия Ивановича Падуки. Mm-hmm. Вот. Для меня это колоссальный опыт, невероятная радость и счастье вообще выступать с такими артистами, как Раду Виктор Андреевич. Да, вот, да. Вот. То есть для меня это действительно это большой опыт. И я очень рад, что я попал в театр именно как раз в тот момент, когда ставили Мольера. Олександр, бачите, Ігор, така в нього позиція. А ви, я знаю, що приймаєте участь у багатьох виставах. Да, що да. Для вас от саме Мольєр? На самом деле Мольєр – это такая, не знаю, даже, наверное, черта, за которую вот нужно было шагнуть, то есть набраться смелости. Потому что во время репетиции у меня было еще два спектакля, еще были репетиции. Вот. Но опять же, вот коллектив, как правильно Саша сказал, даже вот Виктор Раду, то есть и сцена, это очень вдохновляет, есть надежда делать что-то, идти дальше. То есть я очень доволен. А в чем особливість ваших ролей? От я знаю, що у вас така романтична роль, да. Романтичний герой. Я точно знаю, що це дуже складно завжди грати, якщо не відчуваєш щось. Да, тому що у мене в основному ролі от, є і Достоєвського, от, і князь Мишкін, і записки з подполья. А тут, наконец-то, юмор, от этот світ, от... Но роль достаточно сложная, потому что она требует, не знаю, требует такой, я бы сказал, полной отдачи. Полной. То есть есть роли, над которыми нужно работать, а здесь нужен другой подход. Это очень хорошо. А, Саша, у вас... Тоже трохи... дуже романтично. Дуже романтично, але невеличка роль. Невеличка. На самом деле я, когда получил роль, прочитал пьесу и подумал, о, ну, как бы я новый человек в театре, естественно, мне не будут давать какие-то серьезные роли. Вот. Из текста, единственное, что у меня было из текста, там это «Чего изволите, господин Журден?» Думаю, о, это же меня будет держать текст, наверное, это столько учить надо. На самом деле, ну, шутки шутками, я после того, как начал репетировать, вот после первой, второй, там, третьей репетиции, я понял, что у меня-то на самом деле, наверное, вторая роль после господина Журдена, то есть это главная роль. На самом деле, да. Это такое, скажем так, звено, которое соединяет весь спектакль. Ну, действительно, это правда.
Я не знаю, вот я сегодня думал, вот меня спросят, наверное, расскажите, Саша, о своей роли. Можно сравнить, вот если кто смотрел фильм «Титаник», когда вроде бы все было нормально себе, судно шло с точки А в точку Б, пока не наткнулось на айсберг. Вот, и начало... Вы цей айсберг? Нет, нет, цей айсберг, это есть там такой персонаж, потрясающая актриса, Элиана у нас, фамилия... Карева. Меня... Карева, да. Потрясающая актриса, вот она, вот ее персонаж Даримена, вот она как раз и есть этот айсберг. То есть «Титаник» — это вот наша пекарня. Вот пока она не наткнулась на этот айсберг, то есть судно пошло ко дну, все начали паниковать, куда-то бежать и так далее. А вот как раз Лакей — это тот персонаж, вот если кто смотрел фильм, там были... музыканты, которые до самого последнего момента играли на скрипке, ни на что не обращая внимания, то есть выполняли свою работу. Вот точно так же и Лакей. То есть он как бы в курсе всех этих событий был, но он понимал, что ему нельзя во все это вмешиваться. Почему? Потому что просто работа пекарни, она остановится, и все, и придет конец. Вот, так, вот как бы, несмотря ни на что, он бегал и справедливо выполнял свою работу. Связующее звено, да, и у Саши можно сказать, что да, действительно главная роль, потому что очень сложно. Нужно постоянно быть на сцене, постоянно нужно, то есть, работать с декорациями, причем и мелкие детали, это все запомнить, и да, на самом деле. Очень сложно даже играть слов без нет, текста. Да, но я очень... не думал никогда, что это так, но очень сложно играть без текста. То есть постоянно, Лакей, он постоянно на сцене, и нужны вот эти вот оценки, ну это сложно. Честно. Я вражений, вы так... розказуєте, значить, дійсно, робота з режисером була проведена капітально, режисер тому що такі приклади у вас, такі асоціації, дуже точно. В чому особливість і що саме цікавого було в роботі з режисером? Ну, во-первых, это ее, ну, я действительно на себе прочувствовал, что такое профессиональный режиссер. То есть это для меня был первый. Ну, Кто режиссер? Режиссер Измайлова Людмила Олеговна приехала к нам. Она сама родом из Санкт-Петербурга. Работает в Русском театре не в Санкт-Петербурге, я забыл, честно говоря, в каком городе. Но она во многих... Ну, на данный момент она работает в России. Вот, она к нам приехала, и это действительно, это профессионал, то есть она четко знает, чего она хочет. То есть она пришла, я сначала испугался очень сильно, мы когда собрались на читки, она пришла, говорит, ребят, я не опаздываю даже на 2 минуты, даже на минуту. Это говорит о том, что никто из вас не должен опаздывать. И вам не рекомендую. Да. Мобильные телефоны у нас, да, да, их просто не существует. Я на репетиции как-то достал телефон прочитать сообщение, я думал, все, я... это не мое театр. Сейчас только выслушал. Ну, на самом деле, потом ты понимаешь, что это действительно это правильно, и так нужно ставить, то есть вот это вот выстраивать работу. Дисципліну. Ігор, а у вас? В першу чергу, це дисципліна, да. У вас як проходила робота? Это... да, Людмила Олеговна потрясающий режиссер. Она очень в ней, во-первых, она раскрывает артиста. То есть она больше видит, что в актере можно, что. То есть она подбирала так артистов и делала роль, то есть создавала роль, исходя из самой природы актера. Mm-hmm. То есть вот это очень... То есть не было никакого кастинга, то есть мы там не показывали этюды, не рассказывали прозы, басни, стихи. То есть мы зашли к ней, пообщались, там рассказали немножко о себе, она ничего не сказала. И потом на следующий день уже просто выдала роль, то есть она как прочувствовала, как будто кто должен какую роль играть, то есть в таком плане. Вже чули якісь відгуки від глядачів? Конечно, конечно. И, ну, скажем так, вживую люди говорили о спектакле, я читал в интернете, то есть только положительные эмоции, всем очень нравится. В интернете пишут сообщения, очень, да. С квітами чекають да, там. Да, да, с цветами пишут, спасибо за проделанную роль, ну, то есть это очень приятно. Ігор, а от дивіться, от ви кажете, в вашому репертуарі вже в ролях ваших є і Достоєвський, є і Ердман, так я знаю. Да. А тут така романтична роль. Ну, є вже якісь фанатки там? Конечно. Конечно. Це слышно, но сердце, как бы мы...
разрывается, но я пытаюсь как бы так трезво смотреть на ситуацию и не поддаваться все-таки, потому что, да, главное тут не потерять, не уйти в сторону, вот, скажем так. Потому что я очень, очень люблю работать, на самом деле. Даже, можно сказать, репетиции я больше люблю, чем выступать, потому что это всегда процесс, это создание, вот нечто, ну вот. И... Я зрозумів. Репетиція – любов моя. Да, да. Я дивився якраз здачу. Мені дуже сподобалася сценографія. Ну нічого, от зараз же буде. Коли буде вистава? 15 числа, да, буде вистава в 19.00. Тому всі приходіть і... І насолодіться цією виставою. І справді дуже цікава сценографія і вирішення саме. І я вважаю, що це більше класична постановка, так? Да. Класичного матеріалу. Да. Але все-таки звучить вона дуже-дуже актуально. І сучасно, да. Тому що і костюми потрясаючі. Настільки от, настільки на все сложилось. Да, и вот актеры попали, и декорации. Актеры и, действительно попали. Настолько оно... Все гармонично, все сложено. Як ви запам'ятовували, в які двері виходите і заходите? Це дуже складно було, насправді. У мене, як у лакея, в этом-то самая моя сложная работа. У меня нужно зайти в одну дверь, выйти в другую, потом появиться с третьей двери, не забыть закрыть четвертую. А если забыл закрыть четвертую, то все. А є якась послідовність, хронологія? Тобто, конечно. Я розумію, кожна дверь веде в якесь приміщення, так? Да, то есть там есть определенные комнаты. Есть комната у господина Журдена с женой, есть комната у Люсиль, у служанки. То есть есть вход в пекарню с улицы. Ну, то есть это там каждая дверь имеет какое-то, скажем так, значение. Так, хлопці, тепер каверзне запитання. Скажіть, яку роль хотіли б зіграти і взагалі, в якому, можливо, не роль, в якому матеріалі хотіли б попрацювати, в якому жанрі, можливо, мрія така? Мені от комедія жанр дуже по душі. Я бачу, у вас є відчуття гумору. На самом деле в ТЮЗі, в театрі юного зрителя, роль лакея – це не перша моя роль. То есть у мене вже такий кар'єрний рост, я починав взагалі з ролі собаки. Ага. В постановке «Тайна королевской мантии». Вот, я играл собаку Пиф, полное имя Пифагор. Вот, потом резко карьера моя пошла в гору, после собаки я сыграл священника. О, бачите. Вот, Феноменом Артурану. Я вам теж можу розказати такий приклад. Колись я працював не в Одеському, але в іншому театрі юного глядача. І колись я прийшов на залізничний вокзал, і до мене хлопець підійшов і каже: «А це не ви грали Тобіка в Чебурашку?» Розумієте? Так що це кар'єрний рост дійсно. Так, так, воно чувствується. Добре, це зіграли. А що далі? Куди? Яка ціль у вас? В первую очередь нужно работать, развиваться, получать опыт, и те роли, которые, скажем так, нужно будет играть, мы будем стараться по максимуму выкладываться. Ну, не знаю, я же говорю, лично мне по душе вот комедийные роли. И вот хотелось бы в дальнейшем, если вдруг Людмила Олеговна к нам опять приедет и будет ставить снова Мольера, то я буду очень счастлив сыграть какую-нибудь такую веселенькую, комедийную, скажем так, роль. Пана Журдена, наприклад. Ну... Ну, добре, Оксана Миколаївна теж навіть дивиться, напевне. Ігор, Ердман, Достоєвський, Мольєр, що далі? Ой, що далі? Хотілося б, звісно, немножко перерыва, да, вот такого. І все-таки кожна роль, вона... Она интересна. С чистого листа начинать новую роль. То есть выделить какую-то одну отдельно и сказать, что вот к ней идешь и там хотелось бы сыграть. Нет, в каждой роли есть что-то такое, вот, в чем ты находишь и в себе находишь, и раскрываешь. А вот в дитячому репертуарі, от в казках, вже є улюблені якісь ролі? Да, нам, кстати, вот недавно удалось сыграть в спектакле «Хрустальный башмачок». Да, да.
Вот. Я придворный. Так, и кого вы там, придворный? Придворный, придворный, да. У меня там две было роли, тоже придворный и кучер. Да. Вот. О, ну тебе вот, карьерный рост. Опять же, костюмы, потрясающие костюмы. Настолько, ну, то есть это и красиво, это и... Вот. Зараз до новорічних свят буде йти казка «Чарівна лампа Аладдина», так? Да. Так. Ви там не зайняті? Нет. Поки що. Поки що. Пока що, да. Але, знаєте... Но ми посещаємо репетиції, ходимо, смотрим. Конечно. І, да, вже даже присматриваємо собі роль, яка може, да, що можна. Ну, знаєте, ялинки, вони ж такі. Знаєте, це анекдот акторський, коли Спілберг телефонує і говорить... Ну, ви нам потрібні, приїжджайте в Голлівуд, а актор відповідає, та ні, я не можу, в мене ялинки на носі. Все можливо, тим паче, що Новий рік таке свято чарівне. А все-таки, Ігор, яка улюблена роль на даний момент? Можливо, із всього репертуарного? Знаєте, залишається, звісно, князь Мишкін почему-то. Не знаю, він такий от... Князь Мышкин. Еще Док из спектакля «Подельники» настолько многогранная роль, настолько, то есть там каждый раз находишь что-то новое. Вот. А князь Мышкин, да, у меня есть монолог, минут 20, и хотелось бы, конечно, прочитать его сейчас, да? Нет, хотелось бы, конечно, сделать полный спектакль. Монолог хвилин 20. Олександре, а вы кажете, что... Ну, все-таки ваша улюблена роль на данный момент? Студийная роль, вот, которую я в студии играл, это Анатолий Иванович Падуки. Иван Андреевич Крылов, «Подщипа». Мы ставили этот спектакль, роль царя Вакулы. Вот комедийная такая роль. Мне она очень понравилась. И я прям, это первая роль, где я действительно вот прям почувствовал себя в этой роли. Там такой царь немножко... так бы, как сказать, ну, не дурачок, наверное, он немножко в детстве еще. У него там нужно думать о завоеваниях каких-то, да, а у него в голове кубарь, ему лишь бы поиграться в этот кубарь, да, с этой игрушкой. Ну, вот это моя роль, я прям ее действительно полностью прочувствовал. Я зрозумів. На сегодняшний день это моя любимая роль. Ну, что ж, бачите, вот такие... Ну, и собаки, конечно. Ну, звичайно. Пифагор. Это, звичайно, Пифагор. Да. Шановні глядачі, я... Хочу, щоб ви приходили в театр юного глядача, тим паче бачите, які чудові актори там працюють, чудовий матеріал, чудові вистави і дорослі, і дитячі. Ну що ж, а вам бажаю аншлагу в вашій прем'єрі от 15 грудня, яка буде. Аншлагу, аншлагу, ще раз аншлагу. І, звичайно, вам натхнення, творчого росту. И всего наикращего. Дякую. Саш, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Дякую. Всем приходите обязательно. Да, доброго утра. Ну что ж, доброго ранку. А мы дивимось далі сюжет.
бежать не надо. Или переводиться в другую школу. Вот дает, переводиться ему надо. Это почему? Да они мне жизни не дают. Ничего себе заявочка. Кто тебе жизнь не дает? Преподы, что ли? Да какие преподы? Буквари наши. Отличницы. Ты дурак. С ними дружить надо. Они же отличницы. Ага, мне скажут, когда надо. Списать дадут, если хорошо попросить. Ой, Кристина, смотри, это он. Какой же он бледный. Да уж, не повезло Артуру. Бедненький. Фух, спасибо, пацаны, принесло с меня бочка и бочка. И чего ты так боишься? Да они со мной математикой уже 2 недели занимаются. Спасибо математичке, достали уже обе. Глаза горят, зубы сверкают. И понеслась. Учи математику, зубри математику. Читай математику, читай математику. Учи, зубри, достали. Ребята, вы здесь Артура точно не видели? Да, то есть нет. А вы что, влюбились? Бегаете за ними туда-сюда? Еще чего, влюбились. Разговор у нас к нему серьезный. Девочки, а вы в курсе, что это столовая? Здесь, между прочим, люди едят. А вы им мешаете. Что могло случиться, что вы на уши всех подняли? Так Мария Ивановна контрольную уже проверила. Да что вы пристали со своей контрольной? Сейчас обед, между прочим. А может, у Марии Ивановны всем двойки влепила? Теперь носится, не знает, что делать. Какие там оценки? Поздравляю, у вас 10, правда, на 2. А Артура 12 баллов. Как это 12? Как это на 2? А вот так заниматься надо. Отак, займатися потрібно, тому поспішайте в школу, шановні. А ми поки продовжуємо спілкуватися з гостями. Це актори Одеського театру «Ляльок» з новою прем'єрою Олеся, яка пройшла нещодавно і яка от на днях ще буде повторюватись, так що слідкуйте за анонсами. Ліна Сміян, Іван Цуркан. Шановні, я вам хочу сказати, що б там не казали, я не знаю, що там говорять ваші глядачі, які подивилися прем'єру, але своє відчуття я вам хочу розказати. Хочу сказати, що це дійсно круто, що театр «Ляльок» – це не тільки дитячий репертуар, а тепер, ну і взагалі то не тільки тепер, ви то знаєте, який репертуар для дорослих, але Олеся дійсно така чарівна казка для дорослих, яка... Я хочу, щоб вона відкрила двері і для інших вистав, для глядачів, щоб познайомились, щоб зрозуміли, що дійсно круті вистави у вас йдуть. І хочу вам побажати аншлагів на всіх виставах і для дітей, і для дорослих. Які у вас перспективи і плани? От так, скажімо, я не знаю, якийсь поштовх отримали від цієї вистави? Конечно, мы получили заряд энергетический, да, и перспектив. Нам хочется очень бескрайних, на самом деле. Да. Любому актеру хочется идти вперед, развиваться, а это очень хорошая работа для того, чтобы почувствовать в себе силы какие-то, поверить в себя, если ты разуверился в какой-то момент, и идти дальше, и знать, что
Что у нас в перспективах? Ну, и работать, просто работать, надо работать. Если ты... Надо просто любить свое дело и давать ему душу честно, по-честному работать. Нужно рассказывать людям. Ну, добре, ще одне питання. От що для вас, Іване, для вас, Ліно, що для вас ця вистава? Що для вас Олеся? Какой-то новий етап, новий шаг. А я от, знаєте, в художньому плані, от знаєте, про що вистава? От для мене це чарівна казка, дійсно, в яку хочеться вірити, що таке кохання буває. Ну, для мене просто... Ну, я всегда через персонажа, которого играю, смотрю на мир по-другому, его глазами. И для меня просто открылись какие-то вещи об обществе, социуме, об отношениях, о влиянии общества на нас, на наши взгляды, на наши убеждения, да, влияние чувств на наши убеждения. Я посмотрела на это как-то с другой стороны. Наверное, просто раскрыла для себя эту тему сильнее и поняла ее, ну, больше нашла ответов для себя каких-то вот в этой теме. Вот это мне дала Олеся. Іване, а от для вас цікаво, тому що ви кажете, що це не тільки оповідач, це не тільки Ярмола, так, а й взагалі народ. От що для вас? Для мене... Ну да, это любовь, но вы знаете, любовь это была там у моих коллег. У меня тоже любовь, но любовь, знаете, к тому, к чему привык. Любовь, может, даже привычка больше к этому Ивану, главному персонажу. Но я даже не понимаю, за что он его любит. Вроде они ходят и на охоту, да, и все такое, ну, такие мужские привычные дела. Ну... Может, я ще не розкрив для себе, що за любов там между... Ну, це таке дружнє. Це дружське, звісно. Що для мене вот, спектакль, да, і що для мене Ярмола, це вот, макет общества нашого. Как оно впливає вообще на кожного по отдельности. Как вообще толпа реагує, і як вона може загнобить, уничтожить і повлияти на человека, который один, который настоящий, чистый, который сам за себя, никого не провоцирует ни на что. Просто добрый и спокойный себе, да? Да. И они его вот так уничтожают под себя. Ну що ж, дуже глибокі думки насправді і розкриваються у виставі, виставі Олеся. Я бажаю процвітання в вашій виставі, я бажаю аншлагів і вашій виставі, і взагалі театру «Ляльок», тому що дуже цікаві речі там кояться і цікаві вистави йдуть. От, дякую, що прийшли. А я бажаю всім гарного настрою, гарного дня. І, звичайно, щоб ви посміхалися, любили, поважали один одного. Доброго ранку, зустрінемось! Отмечаем Всемирный день опозданий. Что на этот раз произошло? Землетрясение, потоп, цунами. Бабушка! Бедствие мирового масштаба под кодовым названием «Бабушка»!
принимали участие в этом празднике жизни. Нет, мы бабушке помогали дорогу перейти. А бабушка, наверное, упиралась. Нет, она обрадовалась, она тоже в школу шла. У нас в классе будет новенькая. А потом у нее кошелек украли. Так, кошелек, значит, у нее украли. Да, молодой такой парень как-то сквозь нас прошел. И прямо как фокусник. Раз, и вытянул кошелек. Как фокусник. Ну-ну, дальше становится все интересней. Мы сразу и не поняли ничего. А бабушка все поняла? У бабушки хорошая интуиция. Она на сумку глянула. В общем, увидела, что сумка открыта, а кошелька нет. Уж не ваша ли это рук дело? Нет, я сразу понял, что это тот парень влез старушке в сумку. Не ты, а я. И это я сказал то, что его надо поймать. Ну и ты, конечно же, его поймал и отдал в руки копам. Не, поймали мы его вчетвером, пока девчонки бабушку в чувство приводили. А с бабушкой что случилось? Обычная сердечная недостаточность в паре с нестабильным давлением. Это нормально для ее возраста. Нормально. А со старушкой-то что случилось? Сердце у нее прихватило, и мы приводили в чувство. А пока машина ехала, руководила реанимационными действиями команды. Чем ты там руководила? Да что вы вообще там делали? Непрямой массаж сердца. Господи, а если это правда? А старушка-то жива, я надеюсь? Померла, померла бы, конечно. Ты бы же все правильно делали. И скорая действительно быстро приехала. А потом мальчишки вернулись с полицией. Мне нужны ребята, вот эти, которые помогли задержать преступника. Да когда мы этого парня догнали и преодолели сопротивление? Что вы сделали? Догнали и слегка вломили. Короче, связали его по рукам и ногам, потом копов вызвали, и потом отобрали этот кошелек у него, чтобы бабушке вернуть. Собственно говоря, за этим я и пришел. Они что, кошелек не вернули? Нет, они у Ворони тот кошелек взяли. Когда мы это поняли, полиция же этого парня увезла. То есть вы у вора украли кошелек? Герой справедливости и гроза карманных воришек. Будем считать, что я вам почти поверила. Но в следующий раз постарайтесь придумать что-нибудь более правдоподобное. А вам, молодой человек, должно быть стыдно. Вы ведь чей-то брат, верно? Прикрываете молодежь, совращаете с пути истинного, а ведь должны быть примером. Позвольте, я ведь при исполнении. Я тоже на работе. Дневники ко мне на стол. И за парты, быстро! А ты куда это собралась? Дневник ко мне на стол. За что дневник? За опоздание, моя хорошая. Я же вовремя пришла. Не ври, я видела, ты только что вошла. Я ж в туалет ходила, вы меня отпустили. А, точно. Ну, садись, и вы тоже рассаживайтесь. А, вот они, наши герои. Мне уже обо всем доложили. Я смотрю, и представители власти уже здесь. Поздравляю вас, Дарья Львовна. Вы воспитали поистине героическую молодежь. Что, собственно, происходит? Как? Они вам еще не похвастались? Ай, скромники, эти ребята предотвратили, а вернее, по горячим следам раскрыли преступление и спасли жизнь пожилой женщине. Но они говорили, они что, действительно привели бабушку в чувство? Ну, моя свекровь еще та старушка. Да. Эта шайка-лейка проводила мать моего мужа до школы, когда у той украли кошелек. Вот у старушки сердце и прихватило.
Я прошу прощения, у меня мало времени. Да-да, конечно. Спасибо вам, ребята. От имени всего нашего полицейского управления объявляю вам благодарность и приглашаю стать частью нашей молодой дружины. Так, забирайте свои дневники, а потом еще раз расскажете мне эту историю. Так что, Анна Павловна, они действительно реанимировали старушку? Да, пытались с ней прямой массаж сердца сделать и искусственное дыхание. А потом скорая приехала. Но все равно, Дарья Львовна, спасибо вам большое. Действительно, героическую молодежь воспитали. Я, если честно, свою свекровь немного побаиваюсь. Но они ее так стряхнули, что она еще неделю в себя приходить будет. Начнем с 16-бальной системы. А чем вас 12-бальная не устраивает? Вообще-то нам и 5-бальная подходила. По-моему, идеальный вариант. Раньше 3 с плюсом влепила и готово. А сейчас голову ломаю, какую же оценку поставить. Нам еще с этой разобраться надо. А вы 16-бальную выдумали? Опять опаздываете? Давайте быстрее. Мы уже начали. Мы никогда не опаздываем. Мы задерживаемся. Знаем, как и где вы задерживаетесь. Так мы это, курильщиков гоняли. Знаете, сколько их сейчас развелось? Раньше по весне подснежники собирали. Теперь бычки. Кстати, о нормативах. Их мы отменяем. Нынче такие хиляки пошли, что их грузить страшно. Отлично. Ограничимся прогулками вокруг школы. А все мячи заменим на килевые шары, чтобы не напрягались. Во-во-во, коллеги. Это ж как с 11 метров в пустые ворота. И не забить. Что имеете в виду? Да детям тренироваться надо. А вы отправляете их на скамейку запасных. Это не обсуждается. Следующий вопрос. Домашнее задание. Отныне они запрещаются. Браво! Браво! А я всегда говорил, что это воздействует на нервную психику детей. Подождите. А как же задачи из учебника? Вы их тоже предлагаете отменить? Конечно, от них же никакой пользы. Они только забивают детям голову. Да что же мы все отменяем и отменяем? Давайте же что-то добавим. Как это получается? Дети сами будут выбирать, какие предметы изучать. Ну все, можно писать заявление. На физику уже вряд ли кто-то придет. Не горячись, Эйнштейн! Мы вам катушку Теслу в кабинет поставим. Будете заманивать шоу программой на переменах. А вот за это спасибо. А вам, Дмитрий Ильич, я сочувствую. Труд нынче не в моде. Тогда я на уроках истории буду устраивать рыцарские турниры. Правильно. Вам тоже вряд ли очередь выстроить. Нужно проявить изобретательность.
задается вопрос дневниками. Ваше предложение. Улей, я думаю... Пора избавиться от этого пережитка прошлого. Правильно, нечего бумагу переводить. Ну и в завершении сократим уроки до 5 минут. Давно пора. Дети так устают за эти 45 минут. В завершении нашей экскурсии изюминка, так сказать, гордость нашей школы, заядлые второгодники. Петрова 3 на второй год оставалась, а Иванов у нас рекордсмен, 7 в 5 классе учится. Что, опять педсовет устроили? Вы бы лучше за учебу взялись, лодыри. Ребята, теперь вы поняли, что нужно в школе делать? Учиться! Які прогризають нам дно.